Сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю утром 11 марта уничтожили немецкую авиабомбу СД-50 время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба МЧС России по Севастополю. Бомбу обнаружили в долине Каракаба. Изучив находку, пиротехники МЧС пришли к выводу, боеприпас необходимо обезвредить на месте. Из-за конструктивных особенностей взрывателя любое воздействие на него может привести к взрыву. Специалисты установили, что под возможный радиус разлета осколков попадают две линии электропередач и автомобильная дорога. Чтобы минимизировать последствия от уничтожения авиабомбы, опасную находку накрыли 25-тонным куполом из 2000 мешков с песком. В ходе операции были задействованы сотрудники КБДД, группа разминирования Черноморского флота, также группа разминирования специализированного отряда. Все мероприятия выполнены в срок, вовремя, согласно разработанному техническому решению. Объект уничтожен, ущерба окружающей среде, а также угрозы жизни и здоровью людей не нанесено. Ранее в долине Каракаба было найдено еще 433 боеприпаса разных типов и калибров, в том числе две авиабомбы, артиллерийские снаряды, минометные мины, гранаты и патроны. Вероятнее всего, такое большое количество снарядов в одном месте сосредоточено, потому что во время войны здесь находились огневые точки, считают специалисты МЧС. Операция по разминированию территории долины проводилась в течение 2 недель. Сотрудники специализированного отряда Главного управления МЧС России по Севастополю 8 раз выезжали на место для поиска и извлечения боеприпасов из грунта. Было вывезено более 400 боеприпасов, которые также уничтожены на подрывной площадке в районе села Хмельницкое.